Всем привет! И с вами снова Василий Мороз. И сегодня мы будем готовить карамель на палочках. Для приготовления карамели на палочках можно использовать компот, а можно использовать воду. Если использовать компот, то это будет вкус компота. Воду – это будет обычная карамель. Можно использовать кока-колу – это будет вкус кока-колы, как бы. Можно спрайт и всякие другие добавки. Также нам понадобится ложка и палочки для карамели на палочках. А вот формочки можно взять в фольгу и выливать на фольгу. Можно выливать всякие в разные формочки. Ну, это на ваш выбор, какую вы хотите карамель. Также нам понадобится сковорода. Приступим к приготовлению карамели. Мы уже высыпали туда стакан сахара, и теперь нам надо добавить 6 столовых ложек компота, потому что мы будем готовить из компота. Вы можете готовить из любых других добавок. Также добавим несколько капель лимонного сока, но мы добавим лимонной кислоты. Нам надо сделать так, чтобы вся вода или компот, ну, у нас компот, мы будем называть его компот, затопила как бы весь сахар. И ждем, пока наша жидкость закипит. И мешаем в это же время до полного растворения сахара. Это обязательно. Когда наша жидкость закипит, надо убавить газ. Многие делают ошибку. Выключают карамель слишком рано. Это очень опасная ошибка. Карамель просто не застынет. Так что не стоит торопиться. Лучше больше подождать. В это время карамель может превратиться просто в белый сахар. Воду не надо подливать или компот, или что-то. Просто подождите, и это белый сахар этот опять превратится в сироп. Вот такого цвета у нас должна получиться карамель. Теперь ее выключаем и быстро вливаем в формочки столовой ложкой. После того, как мы налили карамель, набираем в сковородку горячую, самую горячую воду. Таким же способом отмываем ложку, вкручиваем в карамель наши зубочистки или спички, ну, короче, палочки, и ждем, пока она высохнет. Она очень горячая. Вот наши леденцы уже застыли и получились довольно вкусные. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Василий Мороз. Всем удачи, всем пока!